Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов занял второе место на третьем этапе итальянского чемпионата «Формулы-4», который прошел в минувшие выходные на венгерском автодроме «Хунгара-ринг». Лучший результат уикенда Белов показал во второй гонке. Россиянин стартовал со второй позиции, но практически сразу организаторы остановили гонку красным флагом после столкновения нескольких болидов в середине пелотона. После возобновления заезда Михаэль успешно отбил атаки соперника, постепенно нарастил отрыв до 2 секунд и финишировал вторым. В общем зачете чемпионата Белов пока четвертый, на его счету 65 очков, а ближайшему сопернику россиянин уступает 3 балла. В ближайшие выходные итальянская «Формула-4» отправится в Австрию. Четвертый этап чемпионата пройдет с 12 по 14 июля на автодроме Red Bull Ring. Toyota Supra считается культовой в мире тюнинга. Однако вышедшая зимой новая Supra, поделившая платформу и двигатели с BMW Z4, не вполне устроила пуристов. Поэтому инженеры компании HKS, готовя спецверсию для дрифта, не только установили на Супру специальную подвеску, аэродинамический пакет и расширили арки, они заменили в машине двигатель. Автомобиль получил один из самых популярных в этой среде моторов — доработанную рядную шестерку 2JZ от Супры предыдущего поколения. Двигатель развивает 700 лошадиных сил и оснащен двумя турбинами марки HKS. Таким образом, отдача практически вдвое превышает мощность серийной современной Супры с мотором BMW.